В Волгограде 45-летняя жительница Краснооктябрьского района подозревается в жестокой расправе над своим 48-летним сожителем. Женщина и ее возлюбленный в воскресенье находились у себя дома в квартире многоэтажного жилого дома, устроив пьяное застолье. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая переросла в жестокую поножовщину. Причем нож оказался в руке женщины. Во время застолья произошла ссора между сожителями, женщина схватила со стола кухонный нож и не менее 10 раз ударила им своего сожителя в живот и в грудь. От полученных травм мужчина потерял сознание и упал, но женщине этого было мало. Она нашла в квартире молоток и буквально добила своего возлюбленного, 5 раз ударив его молотком по голове. От полученных травм мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи, их и полицейских вызвали соседи, услышав страшный шум за стеной. Задержанная полицейскими волгоградка в феврале 2022 года привлекалась к уголовной ответственности, тогда женщина напала с ножом на своего сожителя, он получил травмы, но выжил. В ближайшее время в отношении женщины судом будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.